Я ждал тебя, Хашарама! А перед началом данного ролика хотел вам рассказать о канале Team Shelby. Человек стримит МТА Майнкрафт и снимает видеоролики по разным играм. Также скоро будет снимать блоги. Интересно? Тогда ссылочку на него я оставлю в описании ролика. Привет, друг! С тобой Эван. Сегодня вместе с тобой мы посмотрим сервер Alons MTA. Посмотрим его главные фишки и особенности. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Самая главная фишка этого сервера – это винилы почти на все автомобили. Также уникальный тюнинг и уникальные номера. Launch Control и SGU. Ограбления, панельки, донаты и т.д. и т.п. Знаешь что, по классике тайм-коды внизу, кому не интересно, можете перемотать на то, что вам интересно. Также IP сервера, группа сервера и беседа сервера будет в описании ролика. Там, кстати, в группе сейчас конкурс проходит, так что можешь поучаствовать. А мы начинаем. Первое по классике, о чем мы поговорим, это первое действие, это регистрация, панельки, бонусы, промокоды и т.д. и т.п. Конечно же, при заходе на сервер мы спамимся в WhatsApp, и первое, что мы вводим, это слэш-бонус, который дает нам 50 миллиардов виртов. Также после этого, внимательно слушайте, есть промокод EVAN, который дает вам 199 доната, за который вы можете купить уникальный номер, либо уникальный автомобиль. С панельки в 4, это вы посмотрите дальше. Но первые 10 человек, которые залетят на сервер и ведут промокод EVANTOP, все промокоды будут в описании ролика, получат еще 300 доната. Также мы посмотрим разные менюшки. А как это было? Смотрим дальше. Здесь даже есть игра, как в Сампе, посчитайте числа и пишите правильные ответы и получи 100 тысяч рублей. Офигеть. Но это будет 876. Ну все. Изи, 100 тысяч на базу ляпс. Оплатить штраф и снять курс, здесь есть даже валют. Бля, анимации охуенные, вот реально. Так, покупка, ага, неинтересное состояние счетов. 50 миллиардов в долларах и в евро и в донатах. Ну давай снимем, конечно же, 99 миллионов. Выход. Так, давайте посмотрим, что у нас по менюшках. F1, это как в The Crew открывается. Охуеть, помощь. Еще звук из GTA 5. Магазин. Тесла Родстер, Гелик 6x6, Сани Деда Мороза с оленями, аккаунт, здесь даже есть вся информация о аккаунте, назад, а здесь продолжить, это нас вернет, да, настройки, что такое, а, о, здесь улучшение графики есть, давайте врубим все, у меня комп не крашнется, нет, окклюзия, это что такое, птицы, давай все просто врубаем, ох, ебать. У кого уже идет снег, пацаны, пишите. Давайте HDR вырубим, он что-то пересвечивает, ребят. Нажимаем F4, у нас есть донат-магазин, мы можем купить разные автомобили. E60, Red Bull RX-7, Nissan, немецкая тройка какая-то. Гелик 6x6 могу купить за 199 рублей. Дивопак, Родстер. Получается, мы вводим промокод EVAN и можем купить одну из этих автомобилей. Офигеть. Также здесь прикольно реализованы значки карт. Вот, вот так, если мы нажимаем, это значки дома и значки этих бизнесов. В принципе, по менюшкам это все. Переходим к следующему пункту. Это автомобили, тюнинг на автомобили, SGU, не SGU, номера, не номера и т.д. и т.п. Смотрим. Прикупили Mikio АК-5, которых нет на других серверах. Опа, 100 тысяч можно опять получить, будет 978. На базу ляпс. Ё-моё, здесь есть и дубайские номера, дубайские R, типа Red, красный, White, наверное, белые, федеральные номера. А почём они вообще стоят? Давай купим, не знаю, дубайский, например, А0000. Сколько они стоят? 50 доната. Офигеть, покупаем. То есть вы, получается, за 199 доната вы можете купить, ну, можно сказать, 4 донатных номера, либо дубайские, либо федералки, либо дипломатные, офигеть, либо одну из тачек в F4, вот здесь. Ну а теперь самое главное, это обзор автопарка этого сервера, он достаточно меня удивил, а также обзор тюнинга, поэтому приступим к моделям, которые, возможно, есть на других серверах. Давайте первое, это Nissan 370Z, кстати, краска здесь перламутровая, очень офигенно, она очень классно переливается. А вот на таком вот красивом обвесе, дальше тринашка, которая, по идее, вернее, четырка, которая, по идее, девятка. Вот, это тюнинг в четырку. Дальше приору можно вообще сделать Cayenne Style, можно, хотя нет.
А хотя, не, да, Cayenne Style, короче. Без бамперов, без ничего, ауф, бандитка. Ну и на шестерку можно налепить, как вы поняли, этот сервер чисто на винилах основан. Также есть другие тачки, на которые тоже есть винил и разные тюнинги, но это вы уже посмотрите сами, когда зайдете на сервер. Дальше мы как бы говорили, что с вами посмотрим менюшка F4, а именно вот эти все автомобили. Начинает это Kia с немецкой тройка всего лишь за 250 доната. Еще раз говорю, если введете промокод, вам дадут 199 доната, его можно как бы еще на сервере получить. Мы получаем S5, здесь это второй M4, на которых тоже есть тюнинг, у меня нет времени записать, но тюнинг на нем присутствует. Также у нас есть Bugatti Diva, которая стоит всего лишь 500 рублей. Да, всего лишь. Вот такая вот она, двухцветная. Дальше идет у нас на ментовских номерах Tesla Roadster. Если честно, еще нигде не видел Roadster именно в МТА. В GTA 5 еще, допустим, видел, но в МТА нет. И следующая тачка, это прям тачка, от которой я кайфую. Это тачка Дубровского синдиката. Когда они нашли ее в Пскове, это Rolls-Royce Flyspur. Он находится в автосалоне, он не за донат, вы можете, в принципе, его прикупить, и выглядит он, мне кажется, максимально охеренно. Дальше идет Mercedes Vision, который тоже в автосалоне, и Гелик 6x6, который в F4 можно купить всего лишь за 199 рублей. А дальше, почему я оставил эти автомобили, это, получается, Гелик на тюнинге на военных номерах. Жига вот на таком виниле, что доказывает, что почти на каждую тачку здесь есть винил. А на номере, конечно же, федералки. И Тайкан тоже на федералках и тоже на таком вот виниле, если видеть там полоски разные. Вот, и три автомобиля, это дрифтовых с F4, вот здесь. Illusion, Red Bull и Pursuit. То есть слива от RX-7 на виниле и E60 на виниле. Все аниме. И также, пацаны, самое главное, что вам забыл показать, это сани Деда Мороза с оленями. Короче, берем, присаживаемся. Вот, также можем взять скин Деда Мороза. А, как бы, я не знаю, на что это за миньонка, потому что эта херня летает, как бы, ну типа самолет, но если самолет, то моделька именно переделана так, что когда я взлетаю, я вот, например, вот этот столб не задену. Вот. На стрелочке хоп, и полетел. И полетел. Она вроде тоже с доната, да? А не, с доната его нет. Ну, короче, это бред. Это максимально угарная херня. Реально. Представляете, вы где-то едете, работаете, здесь просто Дед Мороз на оленях пролетает. В Сан-Андреас. Да. Ну, а следующий пункт, я думаю, наверное, вам нужно показать СГУ, какие здесь есть, как они устанавливаются, и что с ними можно делать. Погнали. Так, пацаны, как вы видите, затюнил наши автомобили, и сейчас мы вместе с вами посмотрим, какие же СГУ присутствуют на данном сервере. Здесь есть три типа СГУ, это обычные, как бы, маленькая, вот. Есть СГУ, это полицейская люстра, и есть СГУ, которые под стеклом. Поэтому давайте сейчас по очереди запустим под стеклом, например. Сейчас увидите, как это выглядит. Вот так как это выглядит, звук, есть два разных звука, вот такой один, и есть вот такой звук. Просто зажимаем клавишу G, и все, и у нас появляется вот такой вот звук. В принципе, здесь такие же звуки, только анимация немного по-другому. Вот, да. Пивотак М4, но самое стильное, мне кажется, это как на 222 она выглядит. Вот такая маленькая, аккуратная, хотя под стеклом тоже норм. И здесь, в принципе, такие же звуки, только синий цвет. Вот, максимально реалистично. Я напоминаю, что все эти автомобили после обзора будут, конечно же, на БУ рынке. Так, пацаны, еще к слову, какие есть винилы и тюнинги. Вот это, например, Bugatti Chiron на таком вот виниле. И это не последняя, не первая тачка. Также на этом сервере реализована система лаунч-контроля. Мы зажимаем тормоз, газ и пробел. Нас врубает за лаунч-контроль. Идет эта полоска и... Нихера, я так понимаю. Ну вот такое вот, например, у нас ускорение, не знаю, это хорошо, нехорошо. Например, 567 мы разогнались, окей, может эту полоску нужно какой-то момент отпускать. Если честно, разницы не вижу особо. Вот. Но по факту, потом покатавшись, все-таки есть маленькая разница в ускорении. Ну что, сейчас нам нужно приодеться, поэтому отправляемся в один из магазинов одежды. Да ладно, офигеть, здесь есть анимешница. И обычный стик есть. А почему Гагарин? Понимаю.
Это типа Дэдпул, красный колпак. Оу, йоу, оу май. Ушастый грызун, ема. Я, если честно, еще не... Кот переросток, понимаю. Если честно, я еще не удивлюсь... А, Мияги, да? Я не удивлюсь, если я сейчас увижу какого-то персонажа из Наруто. Типа, мне кажется, это было бы прикольно. Вин Дизель, Биг Босс, Чёрт. Нима, Бананас, ого. Джокер, обезьяна, Алва, не обезьяна, конечно, топ. Смерть с косой, а где коса? Харли Квинн. Не, ну я хочу обезьяну, определенно. Ебать. Капец. Ну и один из последних пунктов, это ограбление, поэтому поехали, посмотрим, как это выглядит. Знаешь что, пацаны, мы приехали на ограбление, выходим из нашего Flying Spira. Есть у меня обезьяна с шотганом, с эмкой и с диглом. Поэтому мы... Это кто здесь бегает? Это Лёша какой-то. Мы заходим. Тац. А чё я стрелять не могу, не понял. Тац. Тац. Блядь. А. Охуенно. Так, попытка номер два. А, блядь. Куда стреляешь, чёрт? А можно... Так, нет, нельзя, да? А мне есть скиллы, мне есть скиллы. Тадац. А, нет. Та, блядь. Ну, тадац. Нет. Тадац. Уложили, так, двоих уложили. Сколько у меня там пота еще есть? 33 патрона, я думаю, хватит. Так, быстро заходим. Блять! Я не знаю, эта херня очень жесткая. Поэтому... Да, блять, я не знаю, как его пройти, ты что гонишь? Так, попытка номер 3, заходим. Ну, умирай, ёпта. Все, умер. Вот я не знаю, как с этим бороться, просто сразу. Просто та-та-та-та-та-та-та-та-та. Фу, сколько у нас хп, я не знаю, сколько у нас хп. Вот этот сразу, да, здесь. Блин, этих скиллов нету, пиздец, неудобно. Так, второго уложили, третий где-то здесь, нет? Вот здесь. Нет. Вот здесь. Ну, блядь, ну уже почти прошел. Ага. Ну, сдохнешь, не? Все. Так, ага, 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 ага. Ну, навестись надо, я понял. Так, этот умер, 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 умер. А вот этого дубасят. Все. Так, двух задубасили. Опа, ох, ебать. А он что, бессмертный или что? Что за дичь? Ага. Еще здесь справа пацан есть, да? Нету никого? Серьезно? Все пусто? Мы прошли? Наконец-то, всего лишь нужно было три раза умереть. Ропа, банк. Оп, бомба взорвется через 5 минут. А, и что, нам 5 минут здесь сидеть? Нам нужно приготовиться, потому что бомба взорвется через 1 минуту. И сейчас будет, мне кажется, очень больно. 3, 2, 1. Ебать, я по таймингу сказал. Бочки с порохом взрывают. 23 секунды, чтобы украсть все деньги. Так, ага. Украл. Сука. Понял. Вы украли 155 тысяч, понимаю. Сколько там было где-то... 4 с одной стороны и 4 с другой стороны. То есть это 2 ляма оттуда вытащить можно, так понимаю, раз в 20 минут, как мне сказали. Все, что есть на сервере, мы в принципе показали. В скором времени должны появиться новые контейнеры, которые вы все так любите. Также должны появиться кейсы в панельке в 4, так понимаю, которые можно будет открыть, выловить какую-то эксклюзивную тачку, как и за донат, так и за игровую валюту. Также другие развлечения, другие автомобили. За этим всем можете наблюдать в группе этого сервера. Ссылочка на нее я оставлю в описании ролика. Также айпишник и ссылка на беседу будет там же. Ну а в принципе на этом все. Поставь лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ, напиши комментарий, как тебе этот сервер, что ты о нем думаешь. Также не забывай подписываться, ведь мы идем к цели 3500 к Новому году. Осталось всего лишь 1,5 месяца и осталось всего лишь 180 подписчиков, я знаю, что вы можете. Поэтому красная кнопка внизу, делайте ее серой, подписывайся, присоединяйся к нашей братве. Совсем скоро будет очень много видосов, но с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.